Всем привет! Сейчас у меня на столе лежат наушники от компании Superlux, модель HD668B. Вот инструкция, которая идет в комплекте. Тут у нас на первой странице на английском языке характеристики. На вторую у нас тут информация про комплектацию. Ну, рассмотрим тогда ее. Приходят они вот в такой вот большой картонной коробке. Видно, да? Как и в инструкции, тут у нас на коробке тоже информация. Написано «Профессиональные студийные наушнички». В середине я обнаружил штекер на 6,3 мм, шнур на 1 метр и на 3 метра. Также его можно присоединить, и будет 4 метра. Все это позолочено, это 3,5 мм, это 6,3 мм. Вот переходник все вставили, все у нас отлично работает. Также вот такая вот штучка. И сумка, чехол для переноски. Вот. С логотипом, да? Видно с одной стороны и с другой. Вот такой. Так. Ну, теперь самое интересное. Наушники. Наушники у нас полноразмерные. Соответственно, ухо полностью помещается в наушник. Это дает дополнительную шумоизоляцию. Также шумоизоляции способствует и амбушюры. Они здесь мягкие, с кожзама. То есть, возможно, да, будут потеть уши в них. Но это сделано для того, чтобы максимально плотно прилегать к голове, чтобы они прилегали к голове. Вот. Этому, кстати, и способствует и конструкция. То есть, да, видно, что она хорошо прижимает. Когда вы будете там мотылять головой или что-то там делать, бегать, прыгать, они не слетят. Я в них просидел, в этих наушниках, 2 дня. Слышал, что говорят, что они там давят, потеют. Да, все возможно, но по моей голове они идеально сидят. То есть мне за 2 дня ничего не надавило. И причем я в них просидел там с 9 утра до 9 вечера. По поводу потеть. Сейчас у нас как бы на улице весна, то есть в помещении не особо жарко, ну не особо холодно. То есть где-то там в районе 25 градусов. Ну, как бы у меня уши не потели, ну, скажем так, на грани. Ну, то есть там не потело, да, но на грани. То есть, возможно, если, конечно, за 30-ку перевалит там, то, наверное, все-таки вспотеет. Значит, они у нас полуоткрытого типа. Это вот, видите, ободок все пластиковый. С хорошего такого пластика, крепкого, приятного. Ну, вот. Тип полуоткрытый. Вот у нас такие отверстия. Соответственно, все, что вы будете слушать, звук будет выходить наружу. И окружающие это тоже будут слышать. Это сделано специально для того, чтобы убрать искажения со звука. Значит, тут сюда у нас шнур у нас съемный, да, и там в комплекте есть и на 3, и на метр. Также можно удлинить, вставляем сюда. Тут у нас с одной стороны на чашечке указана модель, с другой производитель. Крепление над головой дугообразное в виде вот таких двух проволок. Они вот у нас очень гибкие. Можно вот так вот все делать, да, переворачивать. Вот. Вид такой классический, брутальный. Конечно, не всем может понравиться, но мне, например, нормально. Значит, плюс такого крепления в том, что и когда они упадут, или вы там на них сядете, наступите, или что-то там сделаете. Ну, то есть такую конструкцию сломать, ну, практически нереально. Наверное, вот только вот в этом месте. Тут у нас тоже обозначение есть на этой пластиковой. Значит, правый и левый. Тут у нас подушечки для головы. Вот. Вот так вот. Все отлично. Давайте снимем эту амбушюру, посмотрим, что у нас там. О, сейчас. Вот, амбушюра тоже все сделано хорошо.
просрочено, ну, аккуратненько. Вот у нас тут динамик на 50 миллиметров. Вот, также у нас там использованы неодимовые магниты. Все, вот у нас вот так вот сделано. Тоже все аккуратненько. Ну, все отлично. По звуку. Значит, звук здесь чистый и детальный. Бас глубокий. Значит, с этими наушниками вы будете слышать именно тот звук, который для вас записывали. То есть, которые вот хотели, чтобы там, те же самые музыканты, да, вот чтобы вот, вот как вы, вот как они хотели, чтобы вы его услышали, вы его услышите. То есть эти наушники ничего не приукрашивают. Вот, выдают звук, вот как он тут не есть. То есть мне вот в этом плане очень понравилось. Ну, конечно, есть и минус. То есть, если вы будете слушать какую-то там некачественную там MP3, допустим, то будет и слышно, и все баги, и даже иногда и страшно становится. То есть надо слушать вот качественную музыку. И тогда это, ну, эти наушники на ура вам подойдут. Вот, я же говорю, я вот как одел на их на 2 дня, еле снял. Так вот они мне понравились. То есть я, конечно, рекомендую всем этим наушникам. То есть я вот в них и игрался, и музыку слушал, вот, там и фильм смотрел. В общем, мне, конечно, они понравились. Ну, на этом все. Вроде я все вам рассказал. Вот, если это видео было для вас полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот. Нет, дизлайк. Есть вопросы, спрашивайте. Если захотите приобрести подобные наушники, это можно сделать в нашем интернет-магазине. Ссылочки будут внизу. Всем спасибо, что были с нами. До новых встреч.